начале несколько слов об очередной террористической акции киевского режима против мирного населения. 22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска Козинка Белгородской области. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника, защитник Отечества. Такая системная работа будет продолжена. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко. Для формируемых в новых регионах соединений воинских частей.